Большой вальс – это настоящее искусство. Это самые яркие звездочки. Как огромные нарядные бабочки кружатся в большом вальсе девочки. Рядом с ними галантные мальчики, кавалеры. Обаяние вальса вечно. Оно воплощает гармонию отношений мужчины и женщины. Сочетает грацию и мужество, очарование и сдержанность. Сейчас бальников в Нижнем Тагиле много. Каждый район имеет свой коллектив. Конкурсы ежегодно проводятся на базе Дворца культуры металлургов. Но около четверти века назад бальный танец в нашем городе делал свои первые робкие шаги. За 25 лет этот вид искусства, а точнее спорта, набрал обороты. Красиво танцевать хотят многие. Быть грациозным, владеть своим телом можно научиться и здесь, во Дворце металлургов. Танцевально-спортивный клуб «Большой вальс» посещает около 80 танцоров. Взрослые, подростки, дети. С 5 лет приходят сюда ребятишки и начинают свой путь к вершинам бального Олимпа. Но обо всем по порядку. В 1995 году воспитанники танцевально-спортивного клуба «Калейдоскоп» создали свою творческую группу во Дворце культуры металлургов. Дмитрий Минеев, Жанна Житкова и Анна Волчкова, руководившая тогда коллективом, который назвали «Большой вальс». Молодые пары привнесли в танцевальную культуру города свои краски. Видение бального танца как такового, у каждого свой подход к нему и свое видение. Поэтому, конечно, у них где-то может быть более современно, на современном уровне таком было, движения какие-то новые. Все-таки это молодое поколение, оно более дерзкое. Наталья Перевезенцева подхватила коллектив 3 года назад, в 1998-м. Когда пригласили работать, сомнений было много. И хотя бальным танцем занималась с 15 лет, не сразу поверила в себя, в свои педагогические силы. Казалось, что самой сделать проще, чем научить. Вспоминались свои первые шаги. Заканчивались 7-й класс. Поехала в лагерь и увидела там пару танцевальную. У нас тогда в городе был один-единственный коллектив, коллектив «Грация», который руководил Вера Петровна Шеймухаметова. И после этого, с 1 сентября, мы все девчонки в классе записались в этот коллектив. И вот так как бы началась моя танцевальная деятельность. Но занятия в кружке бальных танцев не походили на те красивые праздники, которые видели зрители. Это был тяжелый труд. Каждого ребенка нужно заставить почувствовать музыку, научить танцевать, ручки поставить, ножки, спинку, голову. То есть это очень большой труд. Как это всегда бывает у детей, выбравших свою профессиональную судьбу самостоятельно и осознанно, много работали. Много выступали. На площадках города достаточно такой сильный коллектив был, он единственный был коллектив. И нравилось нам. А с партнером повезло? Да, и с партнерами повезло. Но была одна проблема, видимо, вечная у всех молодых танцевальных пар. Это детей забирают в армию, мальчиков. И вот тогда очень сложно было. Угу. Вот. И сейчас тоже так же. Подходит время, дети набирают силу. 18 лет они дотанцовывают, раз и их в армию забирают. Наташа, не обидно? Обидно, конечно, обидно. Потому что не все возвращаются обратно в танец. 2 года – это очень большой срок. После школы Наталья Перевезенцева закончила училище и устроилась работать в ателье. Но занятия танцами не оставляла. На то время мои руководители – это Красниковы, которые, значит, сказали, ну, хватит тебе там шить, давай, набирай свою школу и начинай работать потихоньку. Руководителей танцевальных коллективов в Нижнем Тагиле не хватало, и Наталья получила свою первую группу малышей. Началась другая жизнь, полная неожиданных проблем и приятных сюрпризов, тяжелого труда и коротких минут отдыха. Работа с коллективом требует тебя всего целиком, с утра до вечера. Организационная работа, подбор музыкальных произведений, составление нового репертуара, поиск неожиданных хореографических решений. Ну а самое главное – это, конечно, репетиции. В семье поняли, поддержали, во дворце оценили. Вот хочу большое спасибо сказать Наталье Павловне Перезоловой, Вере Федоровне Давыдовой, которые действительно в меня поверили. Пришло приглашение на учебу в Ленинград. И я поехала туда, в Ленинград.
Там были курсы? Там были, да, курсы повышения квалификации. Поддержку-то, конечно, руководство дворца я чувствовала, потому что иногда опускались руки, я не смогу, у меня ничего не получится. Но тем не менее они говорили, мы знаем, как ты работаешь, мы в тебя верим, у тебя все получится. Только после того, как в большой шоу-программе «На дни металлургов» тысячи зрителей высоко оценили работу воспитанников «Большого вальса», Наталья Перевезенцева поверила в свои силы. Да, в 2000 году на стадионе, когда ребятки выступили, я посмотрела, я потом, многие подходили, даже многие родители подходили, потому что они знали, как Анна работала, и не знали, кто такая Наталья Ивановна. Тем не менее, они подходили, говорили, все очень здорово, все классно, давайте дерзайте дальше. И появилась уверенность, то есть они как бы подпитывали меня вот этой энергией, и хотелось работать дальше. Наверное, теперь уже в таком далеком 98-м начинающий руководитель танцевально-спортивного клуба «Большой вальс» не поверила бы, что в коллективе через 3 года будет 2 группы и школа бального танца. Всего около 80 участников. Даже не знала, что у меня когда-то появится вот такой большой коллектив. И очень боялась этого. Но вот 3-й год, дети в меня поверили администрация дворца. Ставим свои танцы, нравится людям, нравится руководству комбината. Большому вальсу всего 7 лет. Для бальников это еще не возраст подведения итогов, но уже есть результаты. Есть взрослые пары, это вот Наташа Горбачева с Юрием Нечиновым, которым уже Наташе 17 лет, Юрий уже 20-й год, и которые уже сами набрали группу малышей, тоже ведут их, да, и эти детки уже танцуют на конкурсе. Есть и другие достижения, но, наверное, зрителям и поклонникам бального танца будет интересно узнать о системе оценок спортивных танцев. Только что пришедшие зачисляются в класс Н, новички. Это азы и первые шаги в буквальном смысле в мире танцевального искусства. Из этого класса они переходят в класс Е, набирают определенное количество очков и попадают в категорию Д. Причем повышают категорию только конкурсы, дающие право этого перехода, учитывающие усложняющуюся хореографию, отточенность движения, умение донести свою идею, замысел. Одна из высших ступеней – класс Д. Ну а международный уровень – это заветная мечта, а точнее цель каждого бальника. Мы как бы побывали нынче в Чехословакии на гран-при. Международный класс от 18 лет и до 35, старше там. А нам было... Мы 14? Да, 14 лет и 16 лет было. И мы поехали на этот конкурс. Я говорю, они боялись, и я боялась вместе с ними. Я говорю, ничего, попробуем первый раз, когда-то начинать надо. И смотрю... Группа была покорена. Да, была покорена. К тагильским танцорам подходили поклонники бальных танцев, руководители и даже победители конкурса. Поздравляли, выражали восхищение, удивлялись юности и таланту российских соискателей. Замечательный очень конкурс. Мы там очень хорошо выступили. Мы танцевали всю латиноамериканскую программу, это включая в себя самбо, чачу, румбу, пасадо, бальджай. 5 танцев. Тем не менее, в полуфинале у нас пара одна закончила танцевать 13-е место, а вторая пара, вот Малетин Илья с Колычевой Марией, они заняли 3-е место. После этого мы подходили к судьям, судьи подходили к нам, спрашивали, над чем работать. Они говорят, все прекрасно, все супер, но не хватает возраста. То есть женщина должна быть женщиной, а тут у нас еще девочки были. Мужчина – это должен быть мужчина, то есть мужские качества какие-то добавляются. Только конкурсы, серьезные состязания дают возможность профессионального роста, перспективы. И огромная заслуга администрации комбината и Дворца культуры в том, что они с пониманием относятся к этому. Ну, вот эти же пары у нас ездили в Москву на Кубок Спартака. Но, естественно, уровень уже России выше намного, чем Европы. Это очень много дают такие выступления, конкурсы. Там можно подсмотреть многое, напитаться идеями, чтобы после дома из жеста, из музыкальной фразы, из красивого сюжета возникла новая танцевальная феерия или пронзительный лирический номер.
Наталья Перевезенцева считает, что сейчас, наверное, самый интересный период в ее жизни. Любимая семья, интересное дело, творчество, много планов, а главное, появилась уверенность. Успокоилась, как бы поверила в себя. Я знаю, что у меня сейчас у каждой группы достаточное количество номеров, и я могу уже спокойно, если мне скажут концерт вашего коллектива, я знаю, что у меня все готово, я могу уже, у меня костюмы готовы, туфли готовы, у меня готова музыка, танцы. Я говорю, ребята, мы проходим, у нас завтра концерт часовой. Подрастают участники коллектива, единомышленники, приносят свои идеи и даже ставят свои номера. К 50-летию дворца НТМК начался марафон искусств. Мы наш коллектив открыли, и многие уже пары, танцевальные пары, поставили свои номера. И вот они на этом концерте показали эти номера. То есть показали, что они достаточно выросли. Конечно, я им помогала. Занятие бальным танцем – это увлечение, подчиняющее себе всю жизнь детей. И не только. Родители – главные помощники и лучшие друзья. Родители детей помогают, приходят, что-то надо. Давайте вот это организуем, давайте вот это организуем. А сколько еще проблем остается за кадром? Костюмы, обувь, аксессуары, боа, стразы. Ольга Коваленко водит свою дочь Наталью во дворец с 5 лет. Сначала шила костюмы только для нее. Сегодня обшивает всю группу. Мода меняется. Если смотреть, как сначала были платья, большие, вот стандарт особенно очень сильно меняется, то теперь совершенно другой фасон, стиль идет. Поэтому уже сама заинтересована, захожу поначалу, конкурсы смотрю. Облегченно стало. Платье более легкие, шифон вот в основном идет. Отказались от подъюбников практически. Да. Изменилось, вот буа раньше как бы шло цельно, вот как этот шарф он делался, пришивался к подолу. Сейчас вот, допустим, разбирают на отдельные перышки и создают вот такой вот объем по подолу, пышность придают. Более легче стало. А обувь? Ну, это уже у нас другая мама вот, немножко этим занимается, да. Но главная статья расходов – это поездки на мастер-классы к парам международного уровня для повышения классности. Пары высокого уровня Б, С класса, те уже ездят в Тюмень, в Омск, в Пензу ездили, в Москву ездят, в какие-то другие города. Но все это, равно учение идет. Да, учение, процесс, да, это безусловно. То есть единственное, что это не так часто. Если Свердловск мы можем ездить, предположим, каждый субботу, воскресенье, то в такие города, как Тюмень, Омск, это может быть раз в год, два раза в год съездить. Каникулы. Да, каникулы где-то. В прошлом году в Большой вальс пришел новый интересный руководитель Евгений Николаевич Кустов, прекрасно знающий музыкальный материал танцевального репертуара. Он имеет хороший вкус, хореографическое чутье. В тандеме Наталья Перевезенцева и Евгений Кустов он явный лидер по музыкальным идеям. Это несведущему кажется, что мир бального танца необъятен. Но поделимся секретом. Всего существует 10 бальных танцев. 5 европейской программы – медленный вальс, танго, венский вальс, медленный и быстрый фокстрот и 5 латиноамериканских – самба, румба, чача, джайв и пасодобль. А все остальное – это игровая и хореографическая идея, мастерство, кураж и умение передать чувства своего лирического героя. В юбилейный год Дворец культуры металлургов, танцоры и музыканты, художники и театралы готовятся к творческим марафонам. Детство, прожитое в танце, концерты, репетиции, совместный отдых, общие заботы – все это вместе в большой творческой семье Дворца культуры металлургов. У старших тот же график, только чуть напряженнее, ответственности побольше. Но у всех одно общее – любимое дело, преданность которому дает силы для красивой и насыщенной событиями жизни.